Всем привет, это обзор на последнюю сборку, что здесь работает, как работает, что не работает. Сейчас я загрузил мир World Alex, потому что именно World, он немножко перегружен и загружается с ошибками. Здесь вот эти ошибки, они на любой локации загружаются, и они не критичные, просто их закрываем. И еще такой момент, то что в сборке я допустил такой косяк, что не скопировал варианты освещения. То есть как это исправить? Довольно-таки просто. Нужно зайти в папку проекта GameSDK Level Gothic 1 и из папки World скопировать вариант освещения 14 штук, который имеет префикс tot, и вставить в World Alex. Ставить и World Илья. Это первый косяк. Теперь второй такой момент, то что здесь по умолчанию включены звуки. Да, вполне проигрываются. Иногда эти звуки довольно-таки громкие и могут немножко раздражать. Чтобы их отключить, нужно в правой панели нажать на пиктограмму «Отображать» и скрывать звуки. Темы сейчас в принципе не работают, потому что их нужно настраивать, чтобы они работали и не пересекались вместе. Там с айдишками возиться. Ну что, спавнимся по умолчанию. Сразу при старте будет запускаться именно проект, ну вернее вариант отображения игры, как на которой я работаю, это World Alex. Но поменять это можно нажатием клавиш 1. Вот так вот выглядит оригинальная готика, вот с такой водой. Если я нажимаю клавишу 4, то это то, что сделал я и Евгений Отис, и еще несколько ребят. Это нужно для того, чтобы вы могли сравнивать, что было, что стало. Диего через пару секунд тоже, да, вот он, запустилась анимация с небольшой задержкой, там в несколько 10-15 секунд. И что здесь работает? Ну, первое, это вариант освещения. Если вы скопировали файл, то при нажатии клавиши L у вас будет подгружаться разный вариант освещения, и какой вариант сейчас загружен, отображается в левом верхнем углу. Сейчас загружен тот Air Field, но мой любимый — это L3. Вот я сейчас щелкаю, ну, уже перещелкал, но это тоже вполне такой хоррор вариант, особенно если включить еще свой фонарик по нажатию клавиши 0. Еще раз нажимаю 0, отключаю. Кроме того, здесь работает смена времени. Лучше всего это видно на каком-то другом тоде, например, ну, пускай вот этот тод PP. Я нажимаю клавишу Z, и вы можете видеть в левом верхнем углу цифры 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Если я нажимаю на клавишу X, то в обратную сторону все крутится. Кроме того, можно заметить, что в левом углу есть небольшие подсказки. Это какие 2D-компоненты здесь подключены. И, в принципе, частично они работают, а частично они просто еще не доделаны. Так, клавиша B прогружает статус персонажа. Еще раз нажимаю B, убираем. Клавиша N прогружает журнал. Если бы мы сейчас взяли миссию у Диего, то здесь бы отобразилось задание. Клавиша M отображает карты, книги, но пока что еще полноценно это не функционирует. Клавиша Tab запускает инвентарь, все подвисает на несколько секунд, но это подвисает только в первый раз. То есть если я еще раз нажимаю tab, еще раз tab, еще раз, то уже побыстрее.
И здесь работает частично диалоги, не со всеми. С Diego, например, работает, но тут еще важна функция захвата объекта. Поэтому Diego, с Diego поговорить пока не получится. Чтобы диалоги заработали, нужно нажать клавишу. Ну, G точно нужно нажимать. На всякий случай нужно нажать F. Точно нужно нажать G. Прогружаются диалоги. Еще раз G, чтобы убрать. На всякий случай H. И клавиша T прогружает камеру для кат-сцен. Ну-ка, пока пробежимся. Посмотрим, как работает захват. Вот я сейчас захватил факел. И если нажимаю F, то отключается у него свет. Тут включается. Забираемся на лестницу, тоже клавиша F. Ну, анимация тут такая вот стандартная. То, что персонаж захватился, это можно понять по имени, которое высвечивается над его головой, и в верхнем левом углу отображается его идентификатор GRD811. Нажимаем снова клавишу G. И стрелочками выбираем какой-то диалог и Enter подтверждаем. Хорошо. Воров из нового лагеря пока что не видно. Ну и сейчас попробуем захватить Ори. Ори захватился, но имя почему-то его не подсветилось. Нажимаем снова клавишу G. Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена. Особенно эти головорезы из нового лагеря. Ты новенький, которого зашвырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь. Так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Диего? Да, поговорил. Хорошо. Значит, ты в курсе всего происходящего. Постарайся добраться до старого лагеря целым и невредимым. Какие-то у нас просадки по ФПСу пошли. На всякий случай переключусь на первый вариант готики. Ну, вроде бы отвисли, снова на четвертый. Не знаю, с чем это связано. И пробежимся до старого лагеря. Но пробежимся мы с моим любимым освещением. Это давайте все... Хорошо, давайте не самым любимым. О, господи, еще раз. Нет, это перебор. Ну, такой вариант, да, вполне сойдет. 12 часов. Включаем фонарик. Для того, чтобы ускорить бег, я включу клавишу F3. Все затемняется во время бега, поэтому какой-то этот вариант Тодда не очень интересный. Переключусь-ка снова на L3. Да, вот так вот поинтереснее. И попытаемся послушать рандомные диалоги. Дело в том, что персонажи, у которых не прописаны диалоги, они вместо того, чтобы молчать, будут отвечать какие-то рандомные фразы. Я нажал клавишу. Это абсолютно очевидно. Я нажал клавишу G. И диалог сразу запустился и автоматически завершился. Дай мне пройти. Ничто не изменит это. Убирайся отсюда! Ходят разные слухи.
Это абсолютно очевидно. Я не хочу в это ввязываться. Никто не смеет обижать моих друзей. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Так, ну чтобы сбросить нагрузку, можно вот вниз опустить камеру и снова поднять. Вроде бы иногда помогает. Но почему-то вот такие рандомные фразы не работают в старом лагере, потому что персонажи не захватываются, хотя для большинства из них диалоги уже перенесены. Даже для Торуса. Кстати, вот он сейчас без головы, но это, в принципе, вот она у него перед ногами болтается. Ну, в принципе, она должна, по идее, встать через несколько секунд. Ну, сейчас что-то не встало. Оп, встала. Оп, встала. Так, помимо этого, здесь такая микрооптимизация. Сразу при старте, при входе в игру, отключается ветер, который тормозит всю систему. Отключаются объекты с физикой, которые поначалу тоже сводят с ума движок. И какие-то источники света будут отключаться, если все это дело вместе отключить. Например, вот этот скелет с физикой, и вот эти бочки с физикой. Скелет вот вообще никак не реагирует. Но если я для наглядности забегу в эту комнату, здесь есть мешки с какими-то вещами и бочки, и нажму клавишу К, Константин, то объекты, которые могут быть с физиками, заменятся и начнут взаимодействовать друг с другом. Кроме того, запустится эта анимация, которую можно сбросить, если нажать вперед. И объекты с физиками вот начинают взаимодействовать друг с другом. И когда они закончат друг с другом взаимодействовать, и FPS восстановится, и ГГ будет нормально бегать. Сейчас он бегает с таким с притормаживанием. Вот таким образом. Это значит, что объекты с физикой еще не до конца прореагировали друг с другом. Вот бочка медленно падает в слоумо. Бу-бу-бух. Когда взаимодействие вот это все закончится, секунд через 20, ну, в зависимости от вашей конфигурации компьютера, то можно нормально бегать. Соответственно, чтобы это все дело отключить, я должен нажать клавишу J, которая рядом с K. Сейчас 14 FPS, 15. Сейчас еще меньше сделаем, просто забежав, попытавшись забежать к Гамезу. Помимо всего прочего, когда включаются объекты с физикой, некоторые объекты со светом перестают работать. Например, вот этот факел над моей головой не работает. Ну и другие факелы. Десять FPS, отлично. Нажимаем клавишу J. Ну, сразу там в два раза с половиной. И включаем фонарик на всякий случай. Вернее, да, он у нас и так был включен. Все на своих местах, ничего не разбросано. Ну и скелетик, соответственно, тоже. Как был с туканом, так и есть. Снова нажимаем клавишу К. Запускается снова эта анимация. Все разбросанные объекты снова на своих разбросанных местах. Скелет. Скелет упал. И по идее клавиша К включает ветер для деревьев, но это не всегда срабатывает.
В данном случае это не сработало. Еще раз. J и K. Нет, не сработало. Поэтому напоследок поболтаем с Панчо. Он довольно-таки прикольный тип. Хоть голова на месте. F3, F3. И клавиша J. Он думает, это так просто. Ему стоило 100 раз подумать. На этом все. Пока-пока.